Всем огромный привет! Свои рукодельные видео октября. Я начинаю с такой поделки. Это мы начали делать. Финал сейчас покажем. У нас будет лесная полянка. Вот такой бардак на столе. В общем, все, что было у родителей на огороде, собрали и в дело. Ну и вот, собственный итог. Вот такой у нас лесной мир. Домики лесные для гномиков. Как сегодня, дорожки еще подсыхают. В общем, вот такой вот у нас получился мирочек. Тема поделки я сказала, наверное. В общем, из природных материалов нужно было сделать. Все так хорошо держится клеевым пистолетом от, в общем, из фикс-прайса. А коробочка от Avon. Это поделка. Для кого? Для моих рабочих. Для твоих рабочих? А где у тебя рабочие находятся? На работе. На работе? Да. В садике, да? Угу. А спать ты не хочешь? Ты нет. Так работать пока... надо. Да? Завтра отнесем в сад? Да. Ну и завершу я свое рукодельное видео комплектом детским. Вот такого цвета мятного. Это плед. Он очень мягкий, плюшевый, такой прям очень приятный. Для новорожденных, для младенцев он прям самое то. У меня племянник родился в Иркутске и поедет в Сибирь вот такой пледик. Плюс к этому пледику поедет вот такая вот шапулька. Тоже очень теплая. Кому интересно, это пряжа Alize Softy. Вот, я люблю, когда сзади тоже вот так вот по максимуму прикрыто. Вот, и плюс еще вот такие вот носочки. Камера немножечко цвет меняет. Ну, в Инстаграм, наверное, вот, вот такой цвет, мятный, приятный. Носочки можно загнуть. Вот таким образом можно носочки сделать. Ну, что ты, весь мой мятный цвет. Снимаю вроде днем, освещение неплохое, но искажает чуть-чуть. Вот, ну, в Инстаграм, кто смотрит, у меня повезушный мой Инстаграм, который называется так же, как и мой канал, Вера22Виктори. Там все фотки вот этих изделий будут. И я думаю, они подойдут. И сразу такой анонс, еще будет не один такой плед. У меня в семье просто бэби-бум. В основном мальчишек все ждут, мои сестренки. И я еще буду вязать серый, красный. Красный это Соня заказала. Еще неизвестно, какой там, с одним цветом не определились. В общем, я думаю, если в ноябре мне пряжа приедет, пряжу я заказываю по интернету, так мне дешевле оптом закупать, потому что на один вот такой пледик уходит две упаковки. Это 10 мотков. А если мне нужно 3 пледа, это уже 30 мотков. Плюс маме нужен кардиган. Это уже 45 мотков. В общем, очень-очень много. Не могу никак настроить. Такой красивый мятный цвет. Камера, вот, камера не хочет его передавать. На этом буду с вами прощаться. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.